Генеральная репетиция марша Победы на Нижневолжской набережной Чекани Шаг торжественным маршем у речного вокзала шествуют солдаты гвардейской танковой армии Западного военного округа, расчеты Росгвардии и МЧС. Суперсовременная техника вызывает дрожь от гордости и восторга. Разведывательные химические машины, бронеавтомобили, танки, оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер М, реактивные системы залпового огня Град и Ураган. Сам марш победы пройдет на Нижневолжской набережной 24 июня. В этот же день в Москве парад победы, отложенный 9 мая из-за коронавируса. Сейчас эпидемия идет на спад, но опасность инфицирования все же остается. Поэтому присутствие зрителей на марше победы не предполагается. Зато вы сможете посмотреть это трогательное и великое действие на нашем канале.